гостинице мы ночевали в Гродно. Наконец-то мы добрались до Беларуси. Вот она, красавица Беларуси. 5 часов держала нас на границе, но, как Лапушечка говорит, это еще очень даже ничего. Там у них что-то... 148. Позвоните и узнайте все о депозитах и условиях кредитования. Телефон 148. Какая-то у них площадь. Вот так вот. Я тебя люблю, Беларусь. Нам важно, что вам важно. Витебские ковры. Какое-то здание. Вот это танк. А мы же, по-моему, на этом повороте. Не, мы просто въехали, когда она нам там еще говорила. Старые окна на новые. Окноград, звоните 60-60-60. По-моему, мы вчера перестали. Подготовки к централизованному тестированию через дистанционное и очно-заочное обучение. Добро пожаловать в региональный центр тестирования и до вуза. Вон там что-то уже. Конечно, вот там какая-то тоже. Я хочу тебе присниться. Мгновение на миг. Морочит вот, ура! Я буду мечтать веселее. Не мальчик, это пальчок. Может, этот сон отнош ты, повторится на него, станет пылью сказка наша, как по волшебству. Капелькой дождем тебе. Старая Гродно. Это крышталь. Вот такие тут холмы небольшие. Народ идет на работу, хотя время сколько бы. 8 часов. Уже народ там тусуется. Почти как в Германии. Преподрос полы старого пальто. По сторонам посмотрела. Голос скомканный, разбужен. Вот троллейбусы местного разлива. Отзовется кто? И губами от волнения. Дворниками тут улицы, люди переходят дороги. Слышно, здравствуй. Студенты бегут за знаниями. Вот, наверное, местная администрация. И в объятиях запоет душа моя, как много дней с тобой. Белита Витекс. Белита представляет обновленную линию средств для ухода за волосами на основе целебной морской плазмы «Плазма Арина». Оптимальный комплекс косметических препаратов предназначен для восстановления, оздоровления и насыщения волос уникальными минеральными компонентами. Морское сокровище «Плазма Арина» от Белита. Раскройте красоту ваших волос. У нас с тобой тоже Белита. И для души. Российские повстанцы рапортуют, что контролируют значительную часть территории страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада об опасности подстрекательских заявлений и заявил, что Тегеран должен убедить международное сообщество в том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Пан Ги Мун встретился с Ахмадинеджадом в преддверии ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится на этой неделе. Вчера бригадный генерал корпуса стражи Исламской революции Амир Али Хализаде заявил, что Иран может нанести по Израилю упреждающий удар, если будет уверен в том, что еврейское государство готовится к нападению на него. Сильнейшие ливни обрушились на Китай. В некоторых регионах из берегов вышла река Янцзы. Вода размыла дороги и сельхозугодья. В некоторых городах заливает подвальные этажи жилых домов. Затопило в общей сложности более 40... Ясно, что в этом году почетные номинации за честь и достоинство получит старейшая актриса Вахтанговского театра, 96-летняя Галина Коновалова и актер Валентин Гафт. Имена победителей в других номинациях за лучший дебют в мужскую и женскую роли
лучшая сценография, режиссерская работа, а также лучший спектакль сезона будут объявлены непосредственно во время награждения сегодня вечером. Премия «Хрусталь» с Камелом. Марина Ятубовская, служба информации «Радио Рокс». Она, по-моему, за рубежом течет, да. Минский мясокомбинат. А вы знаете, что Минский мясокомбинат уже более 55 лет производит свою замечательную продукцию и радует покупателей высоким качеством и отменным вкусом? Да, это значит, вкусно, что такие домики тут тоже есть зажиточные эти. Наши бабушки и даже прабабушки. Белорусы. Минский мясокомбинат. Традиционное качество, отменный вкус. Друсинки.